дальше от дома. Ночь-проводник, спрячь наши тени за облака, за облаками. Нас не найдут, нас не изменят. Всем доброго вечерочка, меня зовут Дима, хотя, честно, вообще можно не представляться. Я продолжаю играть в игрушку Genshin Impact. Тут очень длинный сюжет, и с каждого обновления появляется дальше, продолжается сюжетка, так что в эту игрушку я буду играть раз в недельку, потому что она очень-очень длинная, и она получается онлайновая сюжетная игрушка. Вообще не как тот же самый там Dead Space, где ты прошел, допустим, 12 глав или 20, и все, игра завершена. А тут нет, тут каждый раз обновление, все новое, новое, так что поэтому я и играю раз в недельку в эту игру. Channel Сергей, салют, Димка. Ну ни хрена себе, я скачал не до стримчанского, вспомнил японский язык, 10 гигабайт весил. Channel Сергей, я первый. И как меня слышно? У меня просто винда обновлялась и настройки все слетели, а? Да, Серега, да. День рождения, уровень мира 0. Представляешь? Нет подписки. А что это такое? Так, именная карта, изменить дату рождения, изменить подпись, изменить аватар, редактировать профиль. А что у меня с профилем не так? Channel Сергей, хорошо тебя слышно. Это хорошо, это хорошо. Стандарт, так, стенд персонажей. В каком плане? Ну давай я возьму Асуну. Ага. Так, и так. Вот такие, которые мне понравились, да? О! Так, заебок. Скрыть детали персонажей. Скрывать детали персонажа, это зачем, а? Так, достижения. Достижения. И сколько тут всяких достижений, Серега? Видишь, сколько? Их тут много. Различных. О, сколько тут достижений, да? Охереть можно, а? Так, объявление, почта. Так, получаем. Зашибись, вот это хорошая награда. Так, теперь заходим сюда. Объявление. Что у нас новенькое вышло, а? Хотя вроде бы игру обновлять не нужно было. Channel Сергей, у тебя появились два новых персонажа. А, ты же был на том стримчанском, когда появились. Да. А, точно, ты походу уже ушел, когда они появились, а? Или нет, ты был. Ты же был, Серега. Или ушел, я уже не помню, а? Да, Серега, два новых персонажа. Даже сказать так три, потому что еще пацан появился, а? Во время событий заходите в игру и получайте переплетающиеся судьбы, слабую смолу и памятные предметы. Класс. Ну да, получается, вот, видишь, у меня получается новая девушка появилась, во, боевая. Получается, пацан появился, и еще девушка есть. Еще одна девушка есть, но я не взял. Channel Сергей, я был ушел до того, как ты получил новых персонажей. Да, у меня получается две новые девушки и пацан. А выиграл я и получается... Выиграл я, получается, их здесь. Я здесь их получил. Вот здесь я их получил. Вот ее я получил, получается. И другую... И получается... Ну, другую девчонку, так скажу, где она. А, так, не здесь, а... Да, не знаю, здесь, не здесь. В общем, за специальные штуковины я нажимал вот это вот сделать. Вот так вот. И она вот так вот не выдавала, а? Персов или, получается, мечи, а? Василий Геращенко. Привет, Димон, я снова на стриме. Здорово, Василий, здорово. Изумрудный шар я получил. Жалко, что максимально можно 4 персонажа использовать. Привет, Василий. Вот так, в общем, нажимал и выиграл себе двоих персонажей, а? Нифига, Никитос, ты же говорил вроде бы... Василий Геращенко. Привет, Сергей. Так. Камень Истока. Channel Сергей. Привет, Нуфар.
минус. Привет, друг, channel Сергей. А, плюс обменять. Недостаточно кристаллов. Блин. Не знаю, как это сделать на самом деле, а? Как эти сферы получать, а? Семейные, так, семена надежды, освещающие ночное небо. Несмотря на расстояние, те, кому суждено встретиться, обязательно найдут друг друга. Так, ладно, тут мы все сделали, заебок, сейчас мы идем по сюжету. Мы, в принципе, по сюжетке и ходим, а? Так, кстати, куда мне идти? Лампа моя перекрывает, а? Донатом. В каким донатом? Нет, Серега, зачем? Ой, Никитос, зачем донатом, а? Так, как мне вообще поесть, а? Моя бедная героиня. Так, как нам нужно похавать, а? Так, созвездие. Ух ты, это прикольно так, а? Бушующий ураган. А, это нужно... Так, как нам покушать, а? Нам нужно поесть. Так, новое, прям топовое такое. Да, да что она дает? Василий Геращенко. Шары можно получать за ранг приключений. Награды нужно забрать в Манштате. А, понял, спасибо. Так. О, увеличивает макс ХП. Ух ты, ну, нужная штуковина. Сменить и улучшить. Так, берем и апаем. Приступить. Бабуас, я тебе говорю, у нас хватает с вами, так что заебока. Я тебе говорю, у меня 19 серия «Тетрадь смерти». Серега, я не знаю, как далеко я продвинулся, я без понятия. Но ты же понимаешь, что тут с каждым обновлением обновляют сюжет, то есть говоря, добавляют сюжетные штучки-дрючки, а? Но если так судить, я не знаю. Василий Геращенко. Там в Манштате будет стоять Катерина, ее нужно забрать награды ранга приключений. А, я уже забирал. Вот, озвучивание. Видишь? Японская. И Никит, здорово. この湖の水って本当に美味しいんだぞ。オイラなんて1秒で2瓶飲める。すごいね。パイモンのような体でそんなに水を飲んで風スライムみたいに空気漏れして飛んだりしないんだ。 Василий Геращенко. Дима, в Геншине сюжет добавляется только когда выходит новый персонаж. Понял, спасибо. Так, а где мне полечиться, а? Вот я хочу поесть, а? Вот новый персонаж, еще один, вот новая девушка. Ее, получается, зовут Ноэль. Вот она, какая у меня классненькая, такая боевая. Вот пацанчик появился недавно, а? По сюжету, а? Ну, это с самого начала, получается, у меня Эмбер. Василий, и вот. Геращенко. Кстати, у тебя там в почте награды, похоже, были. Вот, смотрите, какие персы у меня. Их, какие. Для меня пока что Genshin Impact самая классная онлайновая игра из всех, которые я видел. В плане вот именно рисовки, вот персы прям классно выглядят и все такое. Другие игры я смотрел, но что-то не понравились. Геращенко, полечиться в правом верхнем углу в рюкзаке. Так, полечиться в правом верхнем углу. А, спасибо. Так, еда. Так, покушаем. Использовать. Да, конечно, асу не нужно. Так, и ей нужно. Эй, подожди. Во. Все, заебок. Channel Сергей, ты понимаешь, что ты можешь поменять парня на Ноэль, чтобы чисто играть за девушек? Да, понимаю. Ну, пускай парень будет, а? Так, ну тут я ничего сделать не могу. Так, путь воплощения. Выбрать курс. Как бы я уже выбрал курс, а? Ну да. Очки судьбы. Выбранное оружие. Ага. Так, ладно, идем дальше. Нам нужно наверх подняться. Так, как мне вообще наверх подняться, я не знаю, а? Сковоладка, конечно, героиня классная. Василий Геращенко. Там в почте, кстати, мне дали шары. Понял. Насколько длинный сюжет
у этой игры, Василий. Да, Серега, я знаю, что можно поменять, но я решил сделать так. Вот три девчонки, один пацан. Потом, допустим, какую-то девчонку поменяю и возьму, возьму ту девчонку, а? Так сейчас, по идее, должно хватить, но что-то кажется, что мне опять не хватит, а? Мне опять не хватает, а? Все, опять не хватило, опять не хватило. Чи я погиб? Привет, друг, добро. Охренеть, я разбился. Ебать. Ужас какой, а. Асуна погибла. Василий Геращенко. Не могу сказать, но на один сюжет у меня выходило 30 минут. 60 минут. Не, сюжетка, сюжетка. Блин, я погиб, сука. Как тебе спасти себя? Ой, слава богам. Василий Геращенко. Дима, ты в почте забрал шары? Да, да, забирал, забирал. Блин, сей, 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 я малеха туплю, а. Так, когда раз в недельку играешь, знаете, забывается все. Я просто так, блин, убил перса себе нечаянно. Как туда поднять? А, ладно, ладно, не получается так, сделаем по-другому, а. Раз не получается там подняться, поднимемся тогда в другом месте, а. Никбот, спасибо вам за лайк и подписку на мой канал. Так что спасибо, что пришли, а. Так, девочка, извини, но выбора не было у нас, а. Во. Василий Геращенко, а то у тебя там был знак, что-что минус. То есть... А, что-то есть у меня. Так, это не то, это не то, это летание, это я понял. Атака в падении. Атака в падении, прикольно, однако. Так, что это такое? Что это у меня? А это объявление, это не то. Во. А зачем тебе забираться на гору? По сюжету, там все, там сюжетная миссия находится. Тут всякие обновления и все в этом духе, а. Вот, мероприятие. Так, воинский дух, радужное великолепие и все такое. Тут я, получается, все забрал. Ну, не, видишь, тут ничего такого нету, а. Тут вот события, тут, получается, награда, награда, награда. Ранг приключения 2 и выше. И тут, получается, вот, что дают, а. Мне, кстати, гая вот столько дали. Вот дали вот монеток. Опыт героя, волшебная руда, усиление, освященное масло, мора. Так, магазин, отряд. Во, отряд. Чтение информации. Во. На весь один сюжет уйдет часов полтора, может меньше. Ой, вот, вот, видишь, Серега, могу спокойненько бах сделать так вот, а. Все, у меня будет девушка. Все, теперь чистый отряд девушек, а. Все, опа, девушки мои, видишь, какие, а? Так, ну я поднимаюсь, наверх, это самое то. Опа-па. Заебок, а, жизни нужны же. Так, устал, устал. Выносливость быстро кончается, однако. Так, жизнь кончается, да? Это очень быстрая мечница, а? Но сколько ты прошел сюжета? А, вот оно как, а? Охренеть, прикольно, а? Василий, сколько ты вообще в эту игру уже наиграл часов? Тут же показывает, сколько ты наиграл. И ты где играешь? В Стиме? Или где в эту игрушку, а? Я знаю, что она еще в Стиме есть, а? В Genshin Impact. Что можно еще и в Стиме в нее играть, а? Но у меня не в Стиме она находится, а? Так, все, идем. Куда идем? Тык, во. И какие у нас девчонки, а? Так что я могу, когда захочу, поменять спокойно себе персонажа, а? Channel Сергей, а какие способности у каждой героини, Димка? Так, получается, у нее она лучница. Пока что у меня лично не способность. А, лук, получается, она у нас лучница. В общем, говоря, стрелок. А, получается, она у нас мечница. Но по факту у нее еще какая-то и способность. Только, правда, ее нужно накопить. Василий Геращенко. Она, Асана... начал играть в ней с конца 20-го года. Ого, нифига себе, Василий. Асана, получается, у нас мечница и владеет способностью ветра.
Поэтому я и взял пацана, чтобы они были разные у меня. Мага Гелен, Двагин Дрифт Ченнел. Второй лайк, братан. Второй? Как это второй? А как это второй? Никто лайки не ставит. Ну мы люди, а? Как это второй? Почему второй? Лиза. Привет, милашка. Ты можешь мне как мило с твоей стороны. Ты поможешь мне как мило с твоей стороны. Серега, скажи мне, в бесконечном лете я тоже могу спокойненько читать, не торопясь текст, как здесь. Привет, Мак Гелен. Или нет, или торопиться нужно. Никбот, вы самые лучшие подписчики, спасибо вам за поддержку. Или там быстро все уходит. Привет, друг Ченнел Сергей. Мага Гелен, Двагин Дрифт Ченнел. Ну, когда я поставил, то было уже 2 лайка. А, уже 2, Никитос, походу, ушел, а? Обращайся ко мне, если тебе что-то понадобится. А чем обычно... Так, а чем обычно занимается библиотекарь? Что библиотекарь делает в руинах? Эй, это тоже хороший вопрос. Круто, Серег, круто. Шин доверил мне эту миссию. Вам тоже стоит поверить мне на слово. Окей, окей, окей. Но наш главный герой получится Асуна. Чего с ней? Василий Геращенко. Кстати, Дима, советую открывать шары с персонажем Елань, если ей на макс прокачать, она будет сносить сумасшедший урон. Елань. Никбот, не оставляйте друг друга, будьте культурнее. Ну, Елань. Нуфа, и чё мне вообще писать? Серега, ты, Никитос, ты о чем? Сергей, Лиза говорит, Димке ара-ара Дима Кун. Никитос, ты вообще о чем? Нормальная игра, что не так-то? Так, подождите. Уже в бою. А, я не могу сменить, ладно, не будем, а. Никитос, что не так с игрой? Да, одиночный режим. Так, быстрый отряд. Смена отряда. Так, в данный отряд у нас входят девушки, так что заебок. Нужно второй отряд создать, да? Получается, будет входить Асуна, будет входить он, будет входить она, и будет входить, получается... На сука тут, в общем? А. Подожди, стоять. Ченнел Сергей, это сюжетная миссия, Дудимка. Да, Серега. Не говорим о политике. Быстрый отряд получается у нас. И получается будет входить именно вот она. Ну, дабы у нас уже... Хотя у нас уже есть, получается, лучник. У нас есть лучник. Нет, у нас нет лучника. Но чувак, который дальше кидает, нету. Все. Вот такой будет у нас отряд. Это второй у нас отряд, а? А, даже третий отряд. Ни хера себе как... А как их удалить? Ченнел Сергей, а какими способностями обладает парень? Парень заморозкой обладает, заморозкой. Так, у нас данный отряд, в принципе, нужно один удалить. Нуфа, все норм с игрой, просто чем мне писать, то я хз. А что ты обычно пишешь, Василий Никитос? Геращенко. Сюжетные задания — это задания архонтов, задания легенд. Одиночный режим. Так, погнали. Жертвное задание, это получается у нас именно оранжевым. Они... оранжевым знаком у нас, так сказать, сделаны сюжетные задания. А второстепенные уже, конечно, другими цветами, а? Так. Шутки в сторону. Ченнел Сергей, то есть он маг стихии льда, понял? Да, маг стихии льда. Так, шутки в сторону, да? Все. А, за нее играть еще можно. Ни хера себе. Так. Так, я так и знал, в храме сильная элементальная энергия. Так, Паймон. Че я обычно пишу? Я такое писать не буду. Да уж, тогда мне надо искать, как перебраться туда. Нажмите пробел дважды. Так, у нее мало, однако, жизни, а? А, у нее, она магия, видит? Магия владеет, а? Маг? Она у нас маг. Так, как вы уже все поняли, а? Маг летающий. Так, врата возрождения.
Так, 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 идем, идем, идем. Сим-сим, откройся, да? Так, нужно прям близко подходить, да? Видишь, что она умеет у нас, а? О, вот как она умеет, да? Вот что она умеет, нихрена себе дает, а? Вот это у нас боевая она, однако, да? Так, так, мы тоже готовы, мы готовы воевать, а? Так, так, сейчас как козлы, да? Это монумент электро, неудивительно. Я попробую активировать его электроэнергии. Разойдитесь. Только что пятерых нельзя замутить мне. Так, 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 так. Элементальный навык лисы можно использовать одиночным нажатием кнопки или зарядить удержанием кнопки. О как! Ни хрена себе, полностью заряженный навык позволяет произвести атаку по области, нанося при этом значительный электроурон. Круто! Ух ты! Так, стоять! Что мы не успели, да? Испытание провалено, да я не понял, что надо делать, блин. Так. Но сейчас ты можешь играть за пятерых персонажей, Димка. Вот сейчас, да. Видишь, что она умеет. Испытание выполнено. Да, сейчас за пятерых могу. Ты правильно, правильно понял, а? Гросс, просто общаться, как обычно общаешься, да и все. Тут, в принципе... Ничего такого сложного, Никита, нету, а? Не важно, какая игра, можно просто спокойно общаться, да и все. На те или иные темы. Допустим, кто видел уже трейлер, вышедший вчера по Atomic Heart, где засветился Джейсон Эклз? Как говорят, типа, он снялся в трейлере, который... в нем... Он снялся в этом трейлере, чтобы для отмены игры, типа, чтобы ее не покупали. Ну, типа, якобы так, говорят. Сука. Это у нас получается стрелок дальнего действия. Так, это получается у нас чувачок дальнего... Ладно, это у нас персонаж, который стреляет на дистанции. Это получается человек у нас ближнего боя. Этот перс очень быстрый. Ну вот, она реально быстрая. Кстати, способности я сейчас скажу вам, а. У нее способность... О, у него какая способность? Нифига себе. Channel Сергей. Только новость об этом видел, а сам трейлер не видел еще. Она очень быстро прям дерется, а. Пип. А у него какая-то... А у нее это, способность щита. Щит, щит, щит. У нее есть супер щит. Василий Герасимов. А, спасибо, спасибо. Вот, понял, учту. Ты, погнали, погнали, погнали. Я что-то просто маленько подтупливаю, уж не обессудьте, а. У него еще у каждой гении своя прикольная, уникальная способность, а. Реально классная. Это получается пробный, видите, пробный персонаж, а. Так тут, в принципе, нам ничего такого не дают, да? Она у нас магичка, как говорится, электродевушка. Хочешь сказать так. Так, 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 это ветряной поток. Channel Сергей, то есть Кицин товарищ. Кицин, ну, она очень, ну, как бы сказать, она мечница. Она мечница, как в принципе и Асуна. Она прям очень, она очень быстрая, шустрая, как ты видишь. Видишь, как она быстрая, видишь, что она делает? Она, у нее способность телепорт. Видишь? Василий Геращенко, Кицин мечница. Ну вот, она, у нее это, способность телепортироваться, а. Видишь? Вот что она умеет, быстро, а. А вот какая способность у Ноэль, у нее способность, ну, у нее щита. Способность, получается, блокирование урона. Хочешь сказать так. Так, у нас почти 7-й ранг, а. Ну, у нее способность в магии. Ну, в общем, выпускание тока, как вы видите, да? Электро, так сказать, девушка. Василий Геращенко, она индуручный мечник. А Асуна, получается, у нас кто? Yeah!
Вот что я умею, ни хрена себе. Так, 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 так. Ой, что она умеет, а? Как она быстро всех поимела, а? Понял, спасибо. Между заряженными воротами, блин, не успел. Между разрядом... Ну, получается, да. Блин, как же я не успеваю читать, когда они так быстро говорят, а? Так, стоять, стоять. А что я забыл? Что я забыл? По-моему, я все взял, если не ошибаюсь, да? Так, побудем Асуной. О, способность... Ну, по факту, да. Получается, да, Серега, так и есть. Так, нужно сюда. Ага. Хэм, тебе интересно узнать про этот драгоценный камень. Шутишь, да ты правда не знаешь, это глаз бога. Глаз бога, нихера себе. Он дается только избранным, чтобы направлять элементарную энергию. Говоря языком мистицизма, я думаю, ты мог бы. Я мог бы? Может, могла бы? Или все-таки мог бы? Сколько, нифига, как оно сделано. А прикольно, однако. Ха-ха. Могла бы, скорее всего, не мог бы. Так, летим, летим мы. И нам пришел писец. Фух, нам повезло, да? Вот оно как, ага. Так, давай! Асуна, повезло нам с тобой. Врата возрождения активированы. Фу, кайфа. Блин, честно, я не успеваю, когда они так быстро говорят читать. Это, честно, я такое не умею, а. Тут, в принципе, по-русски не писано. Можете и сами прочитать, если хотите, а. Я реально не успеваю, а. Так, давай мы тебя возьмем, а. Чем быстрее ты его сломаешь, тем лучше, да? О, как, а. Искры среди страниц. Так, 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 что это такое? Дракон Востока, Лев Юга, Волк Севера. Сокол Запада. Понял, Василий, когда жизни мало, нужно подходить. Ченел Сергей, а эти врата возрождения типа чекпоинты? Не, это они тебе жизни апают. То есть сказать... Хилят тебе жизни. Это хранители четырех ветров Монштанта. Они подчиняются Барбадосу, Энема Архонту. Твалин, а вот настоящее имя дракона. Твалин, Твалин. Он был драконом Востока задолго до того, как ты... его стали называть ужасом бури. Теперь вы знаете, почему Твалин может полагаться только на три силы. Силы из четырех ветров. Свои собственные он уже исчерпал. В каком плане, Василий, ты не знал? Почему он себя так ведет? Зачем он это делает? Из-за ненависти, я думаю. К кому? Ненависти к Монштанту. Это ненависть, источник его зловещих сил. Именно он. Она сделала его ужасом бури. Но почему один из хранителей четырех ветров ненавидит город, который должен защищать? Я не знаю. Я дитя Монштанта, мне очень сложно об этом говорить. Ты можешь прочесть об этом здесь. Это случилось несколько веков назад. Опана. Василий Геращенко. Я сколько в Геншин играл, не знал, что врата возрождения хилят. А-а-а. Ну, 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 бывает такое. Опа, ранг приключений. Так, 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 мы, в принципе, с вами все сделали. Мы молодцы, красавчики. Так что можем дальше идти, а. Покинуть подземелье. Так, так, так. Получим персонаж Лиза. Лиза, Лиза, не уходи.
Лиза. Ух, наконец-то мы совсем закончили. Будем надеяться, что теперь поток стихий в Манштанте восстановлен. Вернемся к рыцарю Орда Фанаюс. Фавониус. Но если ты придумаешь что-то поинтереснее, то, конечно же, я пойду с тобой. Кстати, мы нашли еще один Анимаку в одном из храмов хранителей четырех ветров. Да. Наверняка мы найдем еще, смотри в оба, и не забывай делать подношение статуям. Подношение статуям? Пророк глава завершена. Горькие слезы, пророк глава вторая. Существуют различные способы получить опыт, приключений и повысить свой ранг приключений. Совершите задания, открывайте сундуки, выполняйте поручения из лицензии. Дима, привет. Искатели приключений, восстанавливайте цветки. Сколько у тебя кристаллов, за которые можно покупать шары? Я не знаю, Василий, я не знаю. Вы можете получить опыт приключений с помощью этих действий и повысить свой ранг приключений. Рутинная работа. Сейчас пойдешь на побочную миссию, Димка. Существуют различные способы получить. Это я уже знаю. Возможно, да, чтобы открыть меню заданий. Почему можно, Серега, можно? Так. Пиратский квад. Рутинная работа. Давайте мы пойдем с вами сюда сгоняем. Yes. Василий Геращенко. Они выглядят как четырехугольная звезда. Рутинная работа требуется ранг. Привет. О, блин. Привет, друг Зелео Леопард. Требуется ранг приключений 10. Тень над Манштантом. Блин. Пророк глава 2. Горькие слезы. Отслеживать. Добро пожаловать в гильдию искателей приключений. Благословение семи архонтов. Давайте еще раз сгоняем. Погнали. Это... Ой, вот так... Вопросиком обозначены, Серега, второстепенные задания. То есть говоря... Задания мира — это основные задания. То есть говоря, побочные. Меня слышит кто-нибудь? Федя, тебя слышно. Нитбот, не говорим о политике. Федя, тебя слышно. Ты сучка, а? Кабан. Так. Ебайба. Зелео Леопард Геймс. Ты читал в ДС. Когда конкретно, Федя, по времени? Сейчас зайду, посмотрю. Так, по поводу персонажей. А, я лучше я пока поиграю с ними. Ой, то есть я помахаю с ними, а. В общем, желтенькие это как в киберпанке сюжетные, прям такие, а вот голубенькие, ну где вопросики, это второстепенные миссии игры. Василий Геращенко, если зайти к персонажам, чтобы изводить, там будут в левом нижнем углу магазин и магазин Пайман, и там за четырехугольные звезда можно купить шары. Так, сейчас. Зелео Леопард Геймс, это игры касается. Нитбот, достижение. И подписку на мой канал. Чудеса света. Зелео Леопард Геймс, колды. Сейчас посмотрю, Федя. Достижение выполнено. Ей, красавчик. Что-то я в последнее время так это подтупливаю. Так, подожди, ты говоришь магазин. Магазин, персонажи, инвентарь, поддержка. Вот, основные моменты версии. Монеты, моменты версии. Карта, задание. Вот задание, видите, это получается у нас задание мира. Это у нас получается задание мира. То есть, говоря, это получается у нас... Второстепенные задания. Channel Сергей, когда заходишь в меню и видишь различные задания, как понять, что они сюжетные или побочные? Сюжетные задания? Так сказать тебе, подожди. Сюжетное задание отображается именно оранжевой штучкой с ручкой, оранжевым цветом. Второстепенные, вот такие вот, это второстепенные. А именно сюжетные, они как, они такие прям ярко-оранжевые такие, ну как бы вот такого вот. Это именно сюжетные. А это вот у нас второстепенные. Зелео Леопард Геймс. У меня с 11.00, как я стримил, вырубили свет и только включили. Понял, Федя, понял. Видите, тут написано, узнайте подробности у Катерины.
Так, я запутался. Так, магазин. Магазин Паймон. Ага. Вот оно, да? 225. Осталось в этом месяце. 34. Василий Геращенко. В молитву и в молитве зайти в магазин Паймон, и там можно купить на камне истока шары. Кстати, ты офигеешь, когда до пустыни дойдешь, там будет большая пирамида. Переплетающиеся судьбы. Иху! В наличии. Никбот, привет, друг, добро пожаловать. Так, камень истока. Я купил камень истока. Теперь этот камень возьму. Так, ей, заебок, заебок. Так, это у нас что? Федя. Так, теперь отряд быстрого реагирования. Так, в отряд первый раз будет входить другая девушка. Вместо нее будет входить она. Слабенькая, но будет она. Вот такой у нас будет отряд. Получается, первый отряд состоит из Асуны, Лизы, Кэйцин, Нуэль. Второй. Асуна, Кэйцин, Эмбер, Нуэль. И тут получается вот так вот. А как? Зелло Леопард Геймс. Я тебе написал, что я хотел купить сегодня, но не мог, потому что пишут у вашего друга эти игры. Только тебе с Асуму покупать или я себе покупаю, и ты играешь с моего аккаунта. Федя! Зелло Леопард Геймс. Все хреново. Федя, скажи так. У тебя будет время где-то к 12, все такое? Да или нет? У тебя время сейчас будет это сделать? С игрой? Да или нет? Сейчас я могу паузу на стриме нажать и все замутить, а по-быстрому. Еще раз всем приятного просмотра и спасибо, что пришли. Так, второстепенное задание. Все, идем на тебя. Zelo Leopard Games. 50 на 50. Подожди, вот второстепенное. Сергей, ты можешь во второй отряд поставить Лизу? Лизу? А зачем? Подожди, подожди, подожди. Отряд второй? Сейчас, подожди. Zelo Leopard Games. Я, возможно, сейчас пойду спать. Че так рано, Федя? Так, в первом отряде Лиза у нас. В первом Лиза. А что не так? В первом Лиза. Во втором, получается, у нас вот так вот идет. И третий состоит у нас из них. Вот. Так вот такие персы. Кажется, нормально, а? Когда угодно можно выбрать, а? Так что у нас такой отряд. Во. А, так, я хочу, получается, именно... Так, Нуэль у нас будет состоять во втором отряде. Да? Нуэль. Угу. Так, я запутался, Малеха. Так, во. В принципе, тут разные. Леопард Геймс. Потому что сейчас через 5 минут вырубят опять свет, они неправильно подключили провода. ПСТ отряд. В бой. Отряд активирован. А зачем тебе три отряда? Да, в принципе, не нужно, а? Как удалить, не знаю, а? Вот такие будут у меня отрядные люди в Голливуде, а? Так, ладно, все, идем. Куда там? Где там врата наши, а? Нужно к ним переместиться. Федя, это хреново, а? Долина ветров. Федя, я хотел бы сегодня бы ее приобрести, там, на игру, а? Ребятки, сегодня не ваш день. Вот его способности, Серега. Видишь? Он тоже, по сути, мечник, но владеет, так сказать, владеет магией льда. Ай-яй-яй-яй-яй. Также скалолаз у нас еще тут. Он. Хотя у нас быстро перемещается. Вот какая способность, а. Аля-ля. Василий Геращенко. Я недавно с шара выбил Елани лук на ней. Молодец, красавчик Василий. Ченел Сергей, тебе вполне сейчас хватит два отряда. Ведь, к примеру, можно поставить парня и Лизу во второй отряд. Кстати говоря, хорошая вариация, Серега. Так и сделаем. Парню и Лизу во второй отряд. Так, во второй отряд парень и Лиза. Парень. Если что, завтра 09:00 уже у тебя будет игра, а когда проснешься, прими подарок и скинь данные Blizzard. Спасибо, Федя. Так, парень и Лиза. Вместо нее. Вместо нее будет ты у нас.
Ну, особенно у нас будет везде. Channel Сергей. Все персонажи вроде как могут лазить по скалам, но это лучше делать за девушек. Так, 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 так. Василий получается. Геращенко. Я прокачал Елани, она боссом сносит по 50 минус. 100 тысяч урона на 34 ранге. Ну, хрена себе, круто, круто. Так, а ее мы заменим кем? Ей получается, да? Получается, так мы сделаем, да? Вот так у нас будет такой, такой у нас отряд. Отряд активирован. Федя, надеюсь, ты говоришь правду, а? Так, все, погнали, а? Никитос, ты мне так и не написал в Дискорде, а? Василий Геращенко, советую тоже ей открывать. Понял, понял, Василий. Что там по Варфейсу? Будет еще или нет? Будет, будет, Никитос, будет. Варфейс будет, Никитос. Я бы даже мог сегодня ночью в него поиграть, а? А чем мы умеем, а? Полетел, козел, а? Ой, да. Это прикольно, конечно. В принципе, у меня хорошие отряды, а? Тык-тык-тык-тык-тык. Василий, планируешь играть в Hogwarts Legacy? The Leo Leopard Games. Дима, прикинь, у меня 7 часов шел стрим по Dishonored 2, а играл 1.30, а стрим шел 7 часов, когда вырубили свет. Федя, это плохо. Ну так там коротко и ясно, я по состоянию здоровья не могу сидеть. Так, так, так. Это очень плохо. И, Никитос, это дерьмово, а? Никитос, это очень кончено. Ни хрена себе! Еще одна новая героиня! Хутао! Иху! Ебись, провались! Ага! Да? Василий Геращенко. Не, я в игры по волшебной тематике не очень люблю. По волшебной тематике игры не любишь. Подожди, по волшебной тематике. Я уже запутался, Василий. Так, что... А, Василий все. Геращенко. Офигеть. Ага. Хутао. Весенний аромат. Ой, блин. Тогда сделаем так. Второй отряд у нас состоит из других персонажей. Второй отряд. Мы тебя убираем, ее берем. The Little Leopard Games. Я надеюсь, ты сдержишь слова, что дашь поиграть в те части колды, которые я не могу купить. Федя, надеюсь, тоже сдержишь. Channel Сергей. Хутаи можешь добавить во второй отряд Делиза и Кэя. Так, 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 так. Все, погнали, телепортируемся. Василий Геращенко. Хутао тоже пушка, но если Елань бы открыл, то это вообще имба. Ну, со временем получим, а? У нас чисто новый отряд, но Асуна будет везде присутствовать, а? Зараза, а? По поводу Варфейса, я удивлен, что ты хочешь, чтобы я в него поиграл, Никитос, а? Я шокирован этим, а? Кристальное ядро. Так, тут... Так, статуя семьи архонтов. Давай сделаем подношение Асуна. Интересно, каким будет ответ архонтов. Подношение. Так, стоять, подношение, да? Статуя семьи архонтов. Так, поклониться статуе. Ну теперь так у меня. Подношение. Ни хрена себе, Макс выносливости. Спасибо вам, спасибо. Ехать здесь дальше будет. Понял, Никита, понял. Так, а что нам дали? Что нам такое? Ну-ка, 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 что это? Так, подношение, получается. Печать анемов. Выносливость, опыт приключений, камень истока. Неплохо, неплохо. Давай. Так. Макс выносливости. Василий Геращенко. Кстати, советую Кутау тоже прокачать, она с хорошим копьем будет сносить сульки. Боссам очень много урона, больше, чем Елань, примерно 150 тысяч на 50 уровня персонажа. Круто, круто. О, у нее появилась способность, а? Ура! Это глаза статуи Анерфо. Так, так, так. Статуя семьи архонтов. Благословение статуи. Ух ты, доступно. Это тут можно лечить хп себе тоже, если что.
Если вас хуякнули, можете полечиться, а? Плохо, что одновременно нельзя использовать пятерых хотя бы персонажей, а? Хотя четверых. Здорово, здорово. Так ладно, все, 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 все. Я Паймон. У тебя нет глаза бога, но возможно что-то поправил. Так, так, продолжай подносить статы Энемокулы, и тогда ты получишь то, что хочешь. Channel Сергей. Привет, кавычка. Я еврей, кавычка. Здорово, здорово, здорово. Так, подожди, а как могу телепортнуться? Я телепортнуться и хочу. Привет, друг Channel Сергей. Так, телепорт, я хочу сюда сделать. А, просто телепортироваться. Все, погнали. И-ху! Вы самые лучшие подписчики, спасибо вам за поддержку. Василий Геращенко. Советую, кстати, Наэль заменить на Хутал Наэль. Дальше в сюжетках будет бесполезная гео. Персонажи сносят меньше всех урона, кроме Джунли. Понял, спасибо, Василий. Пока так поиграю. Потом посмотрим, что да как. Михаил! Людмила! Буря в Монштанте. Ни хрена себе. Михаил! Эй, ты слыхала, что говорили наши информаторы с Бури Ордо Фоминиус? Справились не один, оказывается, кто-то по-тихому помогал им со стороны. Ты хочешь сказать, что кроме нас с рыцарями есть еще и третья сила? Скверные новости. Я считаю, что это любопытнейшая возможность. Жители Монштанта не знают, кто Орда Фаниус мог продолжить руку. Мог приложить руку к этому делу. Нужно лишь восстановить ситуацию в выгодном для нас свете, пустить в ход пропаганду, мол, Фатуи пришли к Монштанту на выручку и покончили с бурей. Хе-хе-хе. Вдруг что-то пойдет не так, и они поймут, что все это ложь, и станут относиться к нам еще подозрительнее. Не беспокойся, мы Фатуи, пропаганде знаем толк. Более того, кто осмелится ставить слово такой могучей державы под сомнение, лишь бы не случилось чего. Все будет в лучшем виде, не волнуйся. Ах, Михаил, Людмила, а? Дипломат Фатуи. Так, где у нас побочное задание? Мы почти долетели. Опа, 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 привет. Пахнет рыбацкими бутербродами. Запах идет из хорошего охотника. Толстенькие ломтики мягкого толстого хлеба. Слегка поджаренный лук тает во рту. Нет больше сил терпеть. Не могу больше терпеть. Давай же скорее закажем рыбацких бутербродов в хорошем охотнике. Ты угощаешь, конечно. Ну, какая вкуснятина. В хорошем охотнике поют различные рыбацкие сэндвичи. Как-то странно жареный мутрейт. Это традиционное манштанское блюдо. Все знают, как его готовить. Ты тоже можешь попробовать, если у тебя есть все ингредиенты. Что ты думаешь, получится ли у тебя готовить лучше, чем в хорошем охотнике? Я с радостью готова попробовать твою стряпню. Не подведи меня! Охреневшая. Юрий. Василий Геращенко. Кстати, Дима, я знаю, одни баг в игре, если дойти до пирамиды в пустыне, то если в ней зайти, можно найти баганную текстуру, где можно попасть в помещение с секретным испытанием с двумя роскошными сундуками. Круто, Василий, круто. Добро пожаловать в ресторан «Хороший охотник». Чем могу быть полезна? Насчет ужаса бури. Можно взять еду на вынос. Хочу кое-чем спросить. Так. Увы, с появлением ужаса бури люди ходят по ресторану не в настроении. Дела идут хуже некуда. Даже постоянные посетители пали духом. Никбот, привет, друг, добро пожаловать. Но ничего необычного в этот день. Надеюсь только, что все это бездействие скоро закончится. Так, стоять. Сара. Так, ты, конечно, молодец. Давай покушать возьмем. Пожалуйста, вот меню.
Так, меню. Батьский бутерброд. Там можно подлететь и попасть в пирамиду выше. Понял, понял. Ладно, ладно. Никитос, ну ты балбес, а? Никитос, ты же понимаешь, что это обычная игра, ты можешь спокойно общаться на разные темы с нами, а? Вот серьезно, а? Эта игра от других не отличается, а? Также можешь спокойно общаться, а? Так, мы покушать взяли, прям таки, сейчас покаваем знатно. Сейчас с вами так наедимся, что охереть можно. Так, ну в принципе я муку еще и сметану куплю себе, а. Давай. Привет, друг, добро пожаловать на стрим. Во, заебок. Сметаны заебок. В принципе, этого нам хватит. Так, давай, Сара, теперь мы тебя спросим чем-то еще. Во. Да-да-да-да, я вас слушаю. Что? Так, что за хороший охотник? Хороший охотник, лучший ресторан в городе, ну, наши... Да, дело не в этом. Я сижу как в заперти, ни с кем поговорить, я как замкнутый становлюсь. Никит, это очень хреново. Наше фирменное блюдо – стейк. Из оленины и питательный салат. Василий Геращенко. Кому тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю? А мне вполне хорошая игра, хоть я аниме не люблю, но игра зачет. Ингредиенты нам поставляют охотники. Ты можешь хранить у себя в инвентаре, Димка. Из пингвин-варва. Ну, по факту, да, Серега, могу. Мы готовим только из свежих продуктов. Из свежайших продуктов. Я могу подробно рассказать... о каждом блюде. Так, Сара, ну мы поняли. Так, хочу о чем спросить. Есть? Так, да, я вас слушаю. Скажите о Манштанте. Что за последнее время интересного? Так, давай. Сейчас как раз проходит дегустация салатов. Пожалуйста, возьми, если понравится, я буду рада видеть тебя снова. Спасибо. Что же выбрать, Юрий? Так, где у нас задание? О. Я не, наверное, нет. Zelo Leopard Games. Я сделал анонс Call of Duty Modern Warfare 2019. Федя, ты можешь сейчас игру? Димон, если что, я еще 5 минут и спать, а то на учебу завтра. И, кстати, у тебя награда приключений у Катерины. Окей. Спасибо, Василий, спасибо. Окей, хорошо. Федя, ты можешь сейчас это сделать с игрой, пожалуйста, а? Приветствую, каждый товар здесь по-своему уникальный, поэтому мы не торгуемся и не возвращаем деньги. Изучить товары. Посмотри сама, дай знать, если тебе что-то понравится. Никитос, это, конечно, на самом деле хреново, что такая у тебя фигня. Честно, это да, такое себе. Неужели у тебя с тобой никто не лежит? Мама спит будет, что ли? Блин, Федя, это хреново, конечно. Память о ветрах свободы. Так, у меня 38 получается. Осколок топаза притхива. Доступно. Федя, это печально. Тогда окей, Федя, ладно. Надеюсь, Федь, так и будет с утра. Так, спасибо. Что у тебя еще есть такое? Так, это я понял уже. Ты торгуешься. Я хотел бы приобрести особенные сувениры. Хочу о чем спросить. Я на реабилитации. Я один. Понял, Никита, спасибо. Так, Катерина. Да мы как раз к Катерине и идем, в принципе, а? Асуна, смотри, кажется, та девушка за стойкой машет тебе. Давай узнаем, что она хочет. Так, давай пожаловать в гильдию искателей приключений. Мы давно присматривались к вам. Давно к нам присматриваетесь? Что мы такого натворили? О нет, не совсем не это имел в виду. Нет, Федь, лучше с утра, Федя. Лучше с утра это сделать. Находить новых искателей приключений – это моя работа. Я вижу в тебе искателей приключений, равного по силе легендарным героям прошлого. Ха-ха-ха, я тоже это заметила. Асуна и Пай могут путешествовать вместе, за ней я как за каменной стеной. Ха-ха-ха, однако для любого искателя приключений нет ничего важнее опыта. Ведь ранг приключений можно повысить только с помощью опыта приключений.
Я занимаюсь инструктажем свежеиспеченных членов гильдии. Постой, это значит, что мы теперь официальные искатели приключений? Не, переживай, гильдия не собирает никаких взносов и не накладывает никаких обязательств на своих членов. Кстати, Серега, столько прикольных аниме новых повыходило, охереть, а? Ну, пока что я смотрю «Тетрадь смерти», а? Никитос, главный герой «Тетради смерти»? Киризая, Киризая, как там его? Он еще тот козел, еще прям тот. Поначалу он был прям классный, убил козлов, молодец, умный. Сейчас получается у меня 19 серия будет, где он себе память стер. Получается, он не помнит, что он этот вот этот хрен моржовый и тыры-пыры, а? Если вкратце, то в гильдии нет никаких минусов, только плюсы. Плюсы? Я хочу плюсы. Ха-ха-ха, хочешь побыстрее заняться делом? С ростом ранга приключений ты будешь получать награды от гильдии. Почему я постоянно забываю, как его зовут, а? Видно, он меня убесит очень сильно, а? Нуфор, хихихих, я понимаю. Нуфор, я тоже вначале думал, чел норм. Это подарок новым членам гильдии, получи и распишись. Иху, иху. Ладно, харе, харе. Иху. А, ладно, не могу. Иху, блин, тихо, 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 тихо. Тихо. Привет, друг, добро пожаловать на стрим. Да, поначалу он мне реально понравился. Вот теперь позволь мне официально поздравить тебя с вступлением в гильдию искателей приключений. Или проблемы с памятью. Для этого нужна лицензия, больше похожа на рекламную брошюру. Принятие нового члена в гильдии — это важное событие, нужно соблюсти все формальности. В ней ты найдешь полезную информацию о наградах и заданиях, а еще доказательство твоего членства в гильдии. Ух, чуть не забыла. В какой-то момент ты можешь почувствовать, что застряла на определенном ранге приключений. Когда это произойдет, тебе придется сделать что-то выдающееся, чтобы заслужить признание гильдии. Василий Герасченко. Ладно, Димон, я пойду спать. Всем доброй ночи и наступающим праздником. С каким праздником? С каким праздником, Василий и Покедова? Ченел Сергей. Пока, Василий. Выдающийся это... А можно поточнее? Определенное задание позволяет тебе повысить свой ранг приключений, считая... Каким праздником? Считай это своего рода тестом на повышение квалификации. Но сейчас тебе не о чем беспокоиться, необходимо... День защитника Отечества. А, тогда не будет далеко еще, 23 числа он. Зарабатывать признание гильдии появится, когда у тебя будет достаточно опыта приключений. На сегодня это все, до скорых встреч. Звездные бездны вперед искатель приключений. Нажмите F открыть лицензию искателей. Получить. Уху. Василий Геращенко, но скоро же. Ну да, Василий, скоро. Дима, а когда ждать, чтобы установить игру на короту, сделал анонс. Федя! Не делай так! Не делай так! Не делай анонсы! Сначала сам сдержи слово, а потом уже я тебе дам поиграть. Но по-другому никак, Федя. Ты первый, Федя. Ты, я знаю, что можешь мне спиздеть. А я точно это не сделаю, а? Фух, так, ладно, я отвлекся. Приключения, приключения. Так, получить. Заебок, это первая глава у нас с вами. Получить. Иху! Новая глава. Ух ты. Это неплохо так, а? Прям охуительно. Чем раньше ты мне сделаешь дело, да, тем раньше я тебе дам поиграть, а? Сделаешь сейчас, я тебе сегодня отправлю, а? Так, Катерина. Так, так, так. Да. The Leopard Games. А ты будешь ждать, когда пройдут три колды. Чего я? Почему я ждать-то собираюсь?
А зачем мне ждать, Федя? И почему я должен ждать? Ты странный, Федя. Так, задание. Задание, задание. Тун-тун-та-тун-тун-тун-та-тун-та-тун. На-на-на, задание, задание. Так, проблемы Кэй. Поговорите с Кэй. Погнали. А куда? Где она? Это у нас получается сейчас сюжетное задание, Серега. Желтенький — это сюжетное, как я ранее уже говорил. Так, Анна. Анна. Привет, чем могу... Чем могу помочь? Что ты делаешь? Killzone Game, Димон наконец стал, у тебя бот работает, уже лайкосик поставил. Здорово, Серега, здорово. Здорово, бандиты, хорошего стрима. И Анубис, спасибо, спасибо. The Leopard Games. Ну когда пойду, когда ждать, чтобы я прошел три калды и вернуть потом аккаунт? Самые лучшие подписчики, спасибо за поддержку. Посмотрим. Анубис, лайк на месте. Спасибо, спасибо. Загадываю желание. Вот так, хе-хе, кидаю монетки в фонтан. Хе-хе-хе. И загадываю желание. Если делать это хе-хе-хе каждый день, то родниковая фея хе-хе-хе обязательно меня услышит. Killzone Game, буду сидеть на твоем стриме, Димон. Прости, я постоянно кашляю, хе-хе-хе. О чем ты желаешь? Твои родственники не могут тебе помочь? Я болею очень давно. Надеюсь, хе-хе, родниковая фея поможет мне. Тогда маме хе-хе. Покидывай, Серега. Покидывай, серый ченел вонючка. Папе и брить так. Не оскорбляйте друг друга, будьте культурнее. Тогда маме хе-хе, папе и братику Антони станет легче, хе-хе. А ну, Сергей, пока удачи. Она исчезла, да? Ну да ладно. Killzone Game, шалом всем в чате. Шалом, шалом, Серега. Нуфа, а ну, Мисука. Нуфа, привет. Никбот, привет, Друнуфор. Ой-ой-ой-ой. Анубис, Никитуку. Почему только на эту игрушку собираются нормальные люди? На остальные игры как-то не очень, а? Но вот на эту игрушку нормальные приходят, а? Может, не раньше вы раз в неделю стримить, а? Ты игра. Так, подожди, я заблудился. Никбот, не говорим о политике. Так, ладно, отдохнем, Олега. Форт Венти, приветствую, хорошего стрима тебе, дружище. От тебя веет сильно позитивом. Спасибо, спасибо. Killzone, Димон, как тебе Геншин? Анубис, Дима, ты зафиналил ДМК. Да, Анубис, да, я прошел. И спасибо. Геншин мне нравится, Серега, но многого пока что не понимаю. Я стримлю игрушку в раз в неделю, потому что она длинная. И с каждым новым персонажем добавляют новые... Продвигают дальше сюжет. Сейчас, подождите, по-быстрому налью. Ну, как бы я вас слышу, а? А почему мне было бота? Потому что, Серега, в Дисперсе у меня не будет бота. И в Хогвартсе, потому что я играю с других стимов. Спасибо вам за лайк и подписку на мой канал. Блин, зараза. Так, к этому чуваку надо подойти. Ясно, понятно. Анубис, поздравляю с финалом, Димон. Отличное было прохождение. Спасибо, Анубис. К сожалению, никого на стриме не было, кроме Василия. Ой. Так, кроме Влада. Так, погнали. Аж так горло быстро пересыхает, когда говорю столько, а? Вот, Кайя. Кайя. Стрим почаще. Мы тебе подскажем, что и как, если будет непонятна фигурная скобка. Круто, Серега, круто. Плохо, все очень плохо. Что ты делаешь? Понял, спасибо, спасибо. Что случилось? Кайя.
Fort Venti. Очень классная игра. Сам играю 3 недели, короче, не отошлю. По 1000 метров плава Архантом. Я так рад, что ты, что вы здесь. Понял, понял. Зал Леопард Геймс. Дима, куплю игру и куплю 2 монитора Xiaomi Mi Desktop. Так, подожди, что, запутался. Анубис, понял. И сейчас, так. Очень классная игра, сам играю, 3 недели, за уши не оттащишь. Круто, круто, спасибо всем, что пришли. Можете подписаться на канал, если есть желание, те, кто не подписаны. Также поставить лайк, и все полезные ссылки вас ждут в описании. Так, вот такие вот дела. Так что да, я вчера завершил Devil May Cry. Ура, ура, у нас прохождение осталось из сюжетных теперь. Киберпанк и Dead Space. Именно сюжетных без мультиплеера, как, допустим, вот Genshin Impact, она кооперативная и одновременно мультиплеерная игра. По 1000 ветров Фава Архонтом, я так рад, что вы здесь. Посланница Анема Архонта, найдется ли у тебя минута свободного времени? А за кого ты играешь? Как тебя зовут, новенький зритель? Какая откровенная лесть! Расскажи, что произошло. Рыцари не должны об этом узнать. Я как тебя услышал, не посмотрел чуть-чуть прошлый стрим по Геншину. Сразу подписался, фигурная скобка. А в каком плане меня услышал? И спасибо, что подписался. Рыцари не должны об этом узнать. Кроме тебя никто не сможет мне помочь. Давай обсудим это в более подходящем месте. Встретимся в саду рядом со штабом. К чему эта таинственность? Походу, на свидание приглашает, зараз такая. Пиратский клад, новая глава. Ну ладно, погнали, погнали. Килзан Гейма, Федя биткоины, похожу, углаживает и богатеет, даже кошелек рвется. С Федей я вообще не... Леопард Геймс. Потрачу 1000 рублей завтра и буду копить PS5, если получится. Федя! Плохо, что у тебя вариации сейчас купить нету, а? Я хочу мультиплеер MV2 поиграть, а? Ну, Федя просто тайный агент. Федя, да. А сколько ты уже прошел по сюжету? Fort Venti. Приятный голос, интересные рассуждения при начинании играть в эту игру. Спасибо, Форд, спасибо. Здесь мы можем поговорить. Здорово, Антон, здорово. Йой. В чем дело? Говори уже. Чего бы начать, я расскажу вам один секрет. Он касается моего прошлого, надеюсь, вы никому не расскажете. Не переживай, мы никому не расскажем. Вообще, мой дед был пиратом. Ох! Федя, ты красавчик, молодец так держать. Эй, вы не верите мне, я говорю правду. Эта повязка досталась мне по наследству от деда. Невероятно. Вчера я копался в старых бумагах деда и обнаружил записку, в которой упоминались какие-то сокровища. Сокровища? Если верить в записки, сокровища спрятаны в затерянных руинах Аркандии. Скажите мне, дорогие зрители, у кого-нибудь есть Call of Duty Авангард, чтобы можно было в мультиплеере в нее поиграть? Я просто себе сегодня ее скачал, потому что в колде 2019 года мало карт. В колде 2020 года многие карты интересные убрали. И только в авангарде нормальные карты, которые мне нравятся, есть. Также я хочу MV2. Вот. Приобрести. Fort Venti. Расскажу свою историю игры. Начал играть в середине января. Собирал примагены, молился много раз. И под 78 крупку выпал персонаж не тот, которого я хотел. В итоге я пошел купил другой аккаунт. Нифига тебе, Fort. И читаю сестре книги детские.
Если... если верить записки сокровища, спрятанные в затерянных руинах Аркадии. Сокровища? На котором уже выбил двух легендарных персонажей из 50 круток и на нем продолжаю играть. Ну, Форд, я который не дома МММ. Круто, круто, Форд. И Никитос, консоа. В конце для одних, для одного из персонажей будет хэппи-энд в тетради смерти. Точно, расположение этих руин неизвестно, но я навел кое-какие справки. Сокровища! Кая, что это за сокровища, золото или алмазы? Ха-ха, настоящее сокровище это не золото и не алмазы. Сокровище моего деда это легендарный меч. Магический меч, дарующий хозяину безграничную силу. Ого! Этот меч упал со Вселестии и ушел на морское дно. Там его случайно обнаружил мой дед и его команда. В этот момент, когда дедушка взял меч в руки, раздался гром. Кстати, если у тебя уже 16 уровень ранга приключений, то я могу тебе помогать с заданиями. Гром, поднялись волны и задул ужасный ветер. Зелла Леопард Геймс. Дима, ладно, я пошел ложиться, спокойной ночи. Давай, Фей, пока. Форд Вентик, присоединиться в твой мир. Форд, у меня только 8 уровень приключений, 8. С этим мечом мой дед победил 8-глазую гидру, серебро-волосую банши, жуткого дракона бездны. Но огромная сила меча привлекла внимание других жадных пиратов. Чтобы избежать ненужных конфликтов, мой дед спрятал меч. Гидробашни, они существуют? Наш потрясающий мир полон необъяснимого и невероятного. С ума сойти! Недавно в руинах неподалеку заметили шайку мародеров. Они уже... Ну, я уже хз, но я знаю, что половина умрет. Они уже похитили немало сокровищ, поэтому их насыпают похитители сокровищ. Понял, Серега, понял. Я на выходных по-разному ложусь. Чаще всего в выходных стараюсь в 3 ложиться и в 12:30 встаю. Вскоре они могут обнаружить руины Аркадии, тогда магический меч будет потерян навсегда. Мы этого не допустим, мы должны найти меч первыми! Не сомневайся, что Асуна и поможем тебе! Ничего страшного, люди за сутки прокачивают себе 30 уровень с нуля, так что недолго тебе прокачиваться. А потом еще я зайду, если позволишь, и буду помогать. Killzone Game, я пока не работаю, чулю как могу. Хорошо, Форд. Хм, замечательно, но, пожалуйста, никому об этом не рассказывайте. Я в будни в 12 часов, на выходных в 4 или 5 часов. Эй, Асуна, здорово, нам невероятно крутой... Да, невероятно крутой меч. Я не сплю вообще. Ну давай, для начала посмотрим, что мы можем узнать в гильдии Искателей Приключений. Искатели Приключений ведь должны много знать о руинах, не так ли? Понял, Никитос, понял. Так, разузнайте в гильдии Искателей Приключений. Так, о чем мы должны узнать, а? А ты за кого играешь, Форд? За пацана или девчонку? Ну не без разницы, у меня каждый день выходной. Ну, но я буду теперь учиться, наверное. Так, стоять. Killzone Game, аудиокниги мне начали помогать больше разговаривать, начиная уже. Серега, это хорошо. Вы в зоне цели. Форд Венти, за девчонку. Так, стоять. Я же еще на домашнем обучении, ха-ха, кайф. Ну да, Никитос, хорошо. Killzone Game, Никитос лучше учить. Так, подождите, а куда мне надо идти-то, а? В зоне чего? Куда надо идти-то? Это куда? А что такое, не то что ли? Так, разузнайте в гильдии Искателей Приключений, вы в зоне цели. Отправляйте... сюда, скорее всего, надо. Это гильдия. Так, стоять. Асуна, успокойся, Асуна. Так, может, у тебя что-нибудь узнаем, а?
Эй, добро пожаловать в гильдию искателей приключений, малышка! Мы ищем! Минус, Болер, у меня теперь ингалятор каждые 2 часа. Никита, это хреново. Килзан Гейма, чтобы дворником потом не работать, стыдно, капец потом будет. Чего стыдного, Серега? Не знаю, тут ничего стыдного нету, а? Люди работают, работают, они, я их уважаю, молодцы, а? Серега, если бы не было бы дворников! Форт Венти, еще есть персонаж главный, который в главном баннере. Хутао называется, момент цветения которое. Понял, понял, Форт. А я хз про работу. У меня болезнь, которая нанесла удар на меня. Серега, если бы не было бы дворников, на улицах было бы полно дерьма, мусора и всего говна. Так что им надо спасибо сказать, а? А не говорить, что это фу. Никита, а что за болезнь? Работа есть работа, Серега. Мы здесь не просто так. Мы ищем нереальную крутой меч. Ну, лучше бы гриб был. Меч, который упал с небес. Меч, который отрубил все 8 голов у Банши. Меч, который сразил серебровосую гидру. 8-глазого гидру и Банши серебряной... Во! Да-да-да! Эпический меч! В любом случае, я должна поговорить. Вы самые лучшие подписчики, спасибо. В любом случае, я не должна говорить, где этот меч находится. Так что, мистер Сайрус, вы знаете, где находятся руины Аркадии? Руины Аркадии? Никогда раньше не слышал об этом месте. Килзан Гейма, мне надо учиться считать, чтобы я физически не работал, Димон, может, еще охранником пойду работать, если получится у меня. Ну, спасибо тебе, но... Я не хочу об этом говорить. Правильно, Никитос, не говори, если не хочешь. Но спасибо тебе за наводку, если я вдруг обнаружу эти руины, я буду рад на них посмотреть. Вот, Венти, не заикайся, дружище, про дворников. В жизни всякие ситуации могут произойти, не дай бог, конечно. А, наводку? Ах ты, сука, подслушивает, падла, а? А, я вспомнил эту миссию. Я по ней гайд смотрел, а? Я по этой миссии гайд смотрел. Меня обманули, и никакого меча нету, а? Помню, помню, все, я вспомнил эту миссию. Я хочу забыть как можно скорее. Работа есть работа, Серега. Честно. Дворник, это что, прям пиздец, капец, ужас, да? Килзан Гейма, ладно, не буду говорить про дворников. Да потому что это оскорбительно, Серега, ты не прав, а? Знаешь, как людям обидно, когда вот так они говорят, фу, что он делает, он убирает. Блин, Серега, это вот серьезно, но совсем неправильно, а? Доложите Кайе. Это реально, Серега, неправильно, вот ни хрена неправильно. Анубис, в каждой профессии есть свои плюсы. Я же говорю, если бы не было бы дворников, то на улицах было бы дохера дерьма, мусора и всего говна. Другие бы люди бы не стали бы убирать, им было бы плевать. Так куда идти? Подожди, где этот Кая? Хрена я. Килзан Гейма, я не говорю ничего такого про дворников. Нет, ты просто говоришь, что это работа полное говно, Серега. Плакат о пропавшем без вести. Отыскивается юноша с ответными волосами, одет в исторический наряд. Просил откликнуться всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем. Если вы обладаете какой-либо информацией, пожалуйста, свяжитесь со скаутом Эмбер. О, про нашего брата. Так, где-то чувак, где он? Где этот чувак? А, наверх нужно подняться. Давай, 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 давай. Есть. Вы вернулись, нашли что-нибудь? Мы расспросили членов гильдии искателей приключений, но ничего не узнали. Ха-ха, так я и думал. Почему это? Тебе не кажется, что это было слишком просто узнать о руинах от других путешественников? Но у меня есть несколько зацепок. Мой судоместитель был данные на черном рынке. Кажется, что этот человек может рассказать нам больше о руинах. Правда, где же он?
Не спеши, мы должны соблюдать правила черного рынка. Встреча с осведомителем пройдет в шепчущем лесу. Чего же мы ждем? Пойдем скорей! Хилзан Гейма, Никитос, выздоравливай. Желаю побольше здоровья тебе, дружище. Так. Верно, ты все правильно поняла. Рыцарь Ордов Манилус не может позволить себе контактов с черным рынком. Вот, кстати, эти разговоры между персонажами очень-очень долгие. Когда будешь проходить задание в пустыне, поймешь, что такое безумие. Там даже если скипать, уходить по 5 минут. Согласен, очень долгие. Благодарю. Конечно же, рыцари вас щедро вознаградят. Ха-ха-ха, заметно, замечательно. И да, Форд, я с тобой полностью согласен, а? Диалоги тут, конечно, очень длинные, а? Прям такие длинные, что я охереваю, а? Я ж прям реально охереваю с них, а? Их, конечно, можно на самом деле и не читать, а? В принципе, а? Мне просто в горле пересыхает, я ж не могу, а? Хилзан Гейма, да в Геншине столько читать надо, Димон. Да, в Геншине дофига нужно читать. Прям очень дохрена. Ну, я когда домой вернусь, буду спокойно жить, учиться. Играть теперь мне на грузке нельзя. Никитос, вот, привет, молодец. Анубис, давайте пожелаем Никитосу крепкого здоровья, чтобы он поскорее выздоровел, и чтобы было все хорошо у него в жизни. Желаем. Так, мне кажется, что я не поднимусь, а? Или поднимусь? Форд, какие-нибудь игры помимо Геншина играешь? И спасибо вам всем, что пришли поддержать. Хочу сказать так. Каждая профессия по-своему важна. Я же могу телепортнуться вроде бы, да? Где это? Это здесь, а? Форд Венти? Кстати, на прошлом стриме, где ты выбил с первых молитв сразу легендарную Кэтсин, ты бы видел мое лицо в тот момент, когда у меня уходит на это по 80 круток. Ни хрена. Гейма, хочется, чтобы этот год был хорошим очень. А кого я выиграл? Форд, кого я выиграл? Так, стоять, я заблудился. Ага. Кого я выиграл? Кэтсин и Нюэль. Я играл в Warface до Геншина, а так я в основном на YouTube смотрю интересные видео фигурные скобки. Понял, понял, Форд, понял. Ну, хоть бы, хоть бы. Никитос, верь во все. Ой, верь в хорошее, и все будет хорошо. Форд Венти, вот сейчас персонаж, за которую ты бегаешь, выбил. Понял, понял. Ну, игрушка, в которую я сделал залог. Форд Венти, она легендарный хороший персонаж. Понял, понял. Шепчущий лес. Какого? Спасибо, чего? Охренели, а? А как я вас, а? Козлы, а? Ну, я верил, что выйду оттуда за 2 месяца. Никитос, всякое бывает. Вау. За что-то не стоит ему помогать. Ему? Спасибо вам. Нам вас можно положиться, в отличие от этих... Хотят оставить до полного выздоровления, я надеюсь, отпустят. Понял, Никитос, понял. На вас можно положиться, в отличие от этих рыцарей из Ордена. Пустяки, Асуна, путешественница, она занимается этим каждый день. Путешественница, значит, это ты? Забавно, что мы встретились при таких обстоятельствах. Значит, ты? Ха-ха-ха, не знаю, как я могу вам вас благодарить. Что, если я поделюсь с вами информацией о руинах совершенно бесплатно? Личные связи в наших делах имеют огромное значение. Спасибо тебе, подруга. Какая удача! Хотя Кайя... Форд Венти, с Варфейса ушел месяц назад, хоть играл 9 лет. Периодически, конечно, пропадая с нее. Потратил много денег в нее, но она лагает, все ломается. Теперь, чтобы играть, надо выбить пушку и еще задонатить.
А в колду? Форт, а как кого вьюте? Хотя Кайя, вот для кого это большая удача, платить должен был он. Слушайте внимательно, руины Аркадии. В том городе на озере живут три великолепно. В шести руках боя защищают статуи божества. Третье храняет сокровища богов. Ага, это все. Так. Ух, мне аж в горле пересохло. Знакомство с колдой было с 8 лет. А сейчас не играешь? Да. А, Серега, в Варзоне многие отрицательные отзывы. Я посмотрел в Стиме, написано больше отрицательных отзывов. Тогда вышло Black Ops 1, и мы играли после школы в Xbox клубе зомбаков мочили. Так, для тебя это должно быть проще простого, да, Асуна, займешься этим. Если у тебя не получится решить эту загадку, то пусть попробует Кайя. Похоже, у него тоже котелок неплохо варит. У меня самая первая колда была, это Call of Duty, первая часть, играл 7 лет. Я оставлю эти данные тебе. У меня первая колда была 2003 года. В этом городе на озере живут три великана, а шести руках двое защищают статую божества, и третье охраняет сокровища богов. Что это может означать? Кайя может нам... Кайя поможет нам, если ты не справишься? Call of Duty World War. Отслеживать задание. Уф, мне так в горле пересохло, аж охереть можно, а? Ну, где убивают? Для моей 6-летней психики было пофиг, главное играл. Это да, я с тобой согласен. Главное играть, тут я согласен. Форт Венти? У меня первая колда была еще в пузе у мамы, играл в первую часть. А, нифига ты даешь. Ну ты молодец, а. А как же новые Call of Duty? Не знаю, если считать мультиплеерные игрушки, то мне больше нравится именно играть в Call of Duty, а. Также я временами играю в World of Tanks, в танчики. В свое время я в них прям задротил. Очень долгое время, а. Подчеркивание. Лимон, привет, какой у тебя ранг? У меня 8-й ранг, привет. Блин, сейчас я утону. Блин, пипец. Ну, я помню, запустил мощную игру на старый ноут, заткнул уши и играл дальше, потому что ноут загудел так, что он готов был взорваться. Ну, блин, а. Форт Венти, Дима, ты неправильно плаваешь. Неправильно, а как правильно? Потом была МВ-2, потом World of War, потом Black Ops 1 и 2, и потом уже МВ-1-3 и Дёнце Варфеер. Нифига ты даешь. Так, это не то. Так. Тут мы, в принципе, ничего не получим. Форт Венти, надо, когда находишься в воде, плавать многократным нажатием на кнопку «Плыть». Какую кнопку «Плыть»? Вот собака, фреш подчеркивание, лимон минус, знак больше, джастис деливерс, квадратная скобка, стоп с памятной матес, квадратная скобка, квадратная скобка. Спасибо. Квадратная скобка. Форт, спасибо. Форт Венти, просто тыкай на нее каждую секунду. Форт Венти, и не будет расходоваться много. Этого не знал я. Я же в этой игре новичок, честно, ничего не знаю, ни хрена. Выносливости все равно не хватает, а? Сараза. О, спасибо. Форт Венти, так же и по скалам лазить. Вот оно как. Так. Хогвартс Легаси. А как вам Хогвартс Легаси? Кто уже из присутствующих играл в Хогвартс Легаси? Килзон Гейма. Еще дораму монстр надо как-нибудь посмотреть, никак не получается посмотреть. А почему не получается? Нет времени или желания? Так получается, Форт, никакие другие игры ты не играешь, да? Я имею в виду другие какие-нибудь игрушки. Ты, как я понял, в них не туды, да? Анубис, меня не спрашивайте.
Анубис, о чем тебе не спрашивать? Кто хотел бы поиграть МВ2? Форт Венти. Кстати, чтобы тебе не добираться до места задания, просто нажми на карту и сделай быстрое перемещение. Это как? Подожди, это как? На карту? Ты имеешь в виду телепортироваться? Ты об этом? Телепорт, да? Только подземелье. Я однолюб, если время уделяю, то только одной игре. А, понял, понял. Не, я многолюпа. Форт Венти? Да-да-да, телепорты надо тебе открывать. Понял, понял. Анубис, про новые игры играл ли я в них? А-а-а. Я вот жду Атомное сердце. К нему готовлюсь. Завершая старые проекты, чтобы спокойно потом Атомное сердце играть. Атомное сердце я больше буду упор делать. Но буду его с какой-нибудь другой игрой чередовать. Так, подожди, куда я пошел? А, я заблудился. Killzone Game. Обратно я Dying Light 2 скачал, начал проходить понемногу. Молодец, Серега. Как у тебя игра работает? Ах, какие вы быстрые, охренеть, а? Форт Венти? А еще ты можешь быстро передвигаться, а не как черепаха. Форт Венти? А ой, ты знаешь фигурная скобка? Извиняюсь. Знаю, знаю. Это я знаю. Асуна, вы вернулись, походу, что-то у вас есть нужная информация. И да, и нет, все немного сложнее. Кто-нибудь из присутствующих смотрел аниме Наруто? Нуфара не спрашиваю, он аниме не любит. Этом городе на озере живут три великана, о шести руках двое защищают статуи божества, третий охраняет сокровища. Жалко, что у меня оперативки мало. Богов, что это может значить? Сегодня, кстати говоря, вышла игрушка от Sony про девушку, которая застряла, застряла в дне сурка. Как я понимаю. Форт Венти? Кстати, я играю в Геншин на айфоне последнем, там 120 FPS очень плавно и приятно. На компе неудобно почему-то. А я на компе играю. Анубис, я ща упор на серию Saints Row прошел уже один из пяти. Кто-нибудь смотрел мультфильм под названием «Все собаки попадают в рай»? Загадки, как оригинальные, давай подумаем. Город на озере — это Манштан. Шестирукие гиганты Хэм. Корабль — это мельницы. Хэм, ветряные мельницы, неплохо. У мельниц по шести областей все сходится. Да, все верно. Это очень старый мультфильм, а? В городе три мельницы, две из них рядом со статуей. А, другая охраняет. Я знаю, другая охраняет сокровища. Ха, надеюсь, что так и будет. Пойдем, Асуна, проверим эту ветряную мельницу. Ух, да, читать, конечно, это очень-очень-очень долго. Killzone Game. Нет, не смотрел тогда Димон этот мультик. Я в шоке, как вы его не видели, он очень старый, а? Так и называется, все собаки попадают в рай. Это очень-очень старый мультфильм. Я реально в шоке, я сегодня о нем вспомнил, а? Когда в Dead Space... А нет, когда смотрел... Тетрадь смерти. Давай, Никитос, покедова. Покедова. Приходи по возможности еще. Всем пока-пока и удачной игры. Покедова. Не говорим о политике. Нуфа, спокойной ночи. Давай, Никитос, давай. Форт Венти, ты можешь даже не читать это, просто пробелом скипай. Тебе вряд ли нравится это все читать. Бестолковые разговоры на самом деле. Честно, я устаю. Спокойной ночи. Честно, я устаю это читать. А ну вас, Никита, пока удачи. Хотя, с одной стороны, я, конечно, развиваю себя, но с другой стороны, это реально. От этого устаешь, а. Killzone Game, я Лила и Стич смотрел Димон, пока Никитос. Так, как то попасть, а? А, это не важно, можно не читать, да?
Форт Венти, направо ползи. Форт Венти, там справа залаз будет. Ой, блин. Давай, 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 давай. А вот, спрашиваю всех. Спасибо вам. Если у вас была бы возможность поиграть в Атомное сердце, в Atomic Heart, вы бы стали бы играть? Форт Венти? Блин, если есть вариант, давай, я тебе в Дискорде буду помогать, что и как. Да, есть вариант, есть. Ссылка на группу в Дискорде в описании. Можно трусики персонажей смотреть. Серега, ну ты кадр, а? Я об этом не думал, ну да ладно. Для этого хентай, Серега, есть. Дай мне посмотреть, что там. Она вовсе не любила его, источник пьет, причем, но это лишь фальшивый образец, и в час холодного одиночества ее сердце явит истину. Еще одна карта. Опять загадки, большие загадок. Голова уже идет кругом, мозг кипит. У тебя есть мозг? Разумеется, с этим сама или попроси Кайо помощи. Опять Кайо просить, да? Фух, так, разгадайте загадку, можете попросить Кайо о помощи, он находится в штабе Ордо. Так, в штабе Ордо, блин, у меня... Где этот? Куда там идти надо, а? А, в штабе, в штабе, в штабе. Подожди, это и есть штаб, да? Асуна летит! Асуна летит! Нет, это не то место. Куда надо идти стоять? Где он там находится-то? Форт Венти, вот сейчас ты легко залез в фигурная скобка. Я туда залазил миллион лет. Вот в такие моменты могу зайти и на твою демку тебя направить в нужном направлении. А-а-а, понял, понял, Форт. Так где находится этот козел, а? Почему козел? Потому что я знаю, что он нам врет, а? Про сокровища. Форт, как ты думаешь, на сколько часов, в общем, проходит, за сколько часов, в общем, проходится Genshin Impact? И еще раз вам всем спасибо, что пришли поддержать. И Килзен, как я понял, ты сегодня стримил, да? Серега. Просто когда я читаю, вот много читаю, да, я одновременно помогаю себе, да, развиваю себе, и одновременно у меня в горле пересыхает пипец как, а. Как я решил поиграть в Genshin Impact? Я играл, я искал в Ютубе онлайн игрушки, онлайн ММО игрушки, аниме. Так я и наткнулся на Genshin Impact. То есть говоря, мне друг подсказал, что есть такая игра, и я решил в нее поиграть. И тем, я просто люблю аниме. Просто пока что превью сделал, чтобы была уже. Я просто люблю аниме, и поэтому решил какую-нибудь аниме-игрушку ММО поиграть. И поэтому стал искать в интернете. Форт Венти проходит эту игру очень долго. Я даже такую не гуглил. Но я знаю, одно люди играют по году, и даже два, и все равно у них не максимальный ранг. При том, что они играют каждый день, это очень длинная игра. Понял, Анубис, Форт. Играла, пока у нее мобилу не украли. Анубис, это хуёво. Форт Венти, у этой игры пока что нету конца сюжета. Он выходит, по-моему, если не ошибаюсь, раз в полгода, и то процентов на 5 минус. 10. Она вовсе не любила его, источник бьет плечом, это лишь фальшивый образец, и в час холодного одиночества ее сердце явит истину. Только что за предзаказ нельзя раньше поиграть в Atomic Heart, а? Что это может означать? Похоже на случайную страницу из дешевого любовного романа. Ух, значит, я была не права, даже такие гении, как я, могут ошибаться. Ха-ха, я пошутил. С Никитосом играть буду стримить раф, не который в больнице сейчас, если что.
Кия, это серьезное дело. Ха-ха-ха, непростая загадка на поверхности ручья должна быть. Так, должно быть, речь идет о Спрингвилле. Источник перед ключом — это лишь фальшивый образец. Что бы это значило? В какой страсти идет речь? Это не так, это прилично. Монштанте так не дают слова Арханта. Ты тоже купающий в ручьях? Я в таком случае приношу извинения, я не осуждаю. Эй, Асуна совсем не такая! Ха-ха-ха, стремительная страсть исходит не от ручья, а от тех, кто в ручье купается. Хорошая идея, водопады! Ключ к тайне спрятан за водопадом в Спрингвилле. Настоящая страсть находится там. Я понятно, холодная. Это понятно, понял. А, чувак, мы тебя поняли, а? Кстати, Куплинов только один раз стримил эту игрушку. Один стрим провел и больше не играл в нее. Привет, друг, добро пожаловать на стрим. Я больше не видел прохождения по данной игре у него, а. Хотя мало кто в эту игрушку вообще играет, а. Из таких популярных стримеров, так вообще, наверное, почти кроме Куплинова никто, а. Так, давайте телепортнемся туда. Телепорт. Так, ну тут телепорт у нас будет здесь, да? Чтоб прям так быстрее было. Ага, храм льва. Так, тут мы уже были. Давай сюда телепортнемся. Так, погнали. Найти место, описанное в подсказке. Ой. Устал, блин. Я, наверное, пойду, баянки. Димон, извинусь, голня, устал после школы, пипец. Давай, пока, удачи и хорошей игры, до завтра. Пакетово, ну без пакетово. Форт Венти. В эту игру по всему миру играют около 50 миллионов человек. Но это статистика за месяц. Понял, Форт, понял. Форт, а ты вообще где живешь? Если не секрет. Так сказать, в какой стране? Это просто интересно, а? Как-то печально, мало людей ждет атомное сердце, а? Печально, думаю, больше людей ждет, а? Так, я правильно вообще иду, а? Ну да. Форт Венти, Краснодарский край, а ты Дмитрий, да? Я Дмитрий, да. Тут даже же написано. А, тут не написано. Да, не написано. Да. Опять же спрашиваю, ты кто-нибудь, кто из присутствующих смотрел тетрадь, а где проживаешь, Дима? Тетрадь смерти. Форт Венти? Меня Олег звать. Меня зовут Димон, проживаю в Краснодарском крае. В каком городе, говорить не буду, а. Это как бы, это не важно, а. Ну, начать испытание. А что за испытание? Одолейте всех врагов. Ах ты, козлина, а. Защищен пирощитом, возможно, получится пробиться через его защиту с помощью электроатак и других элементарных реакций. Сузан Гейма, Тиорманейта, Резистанс тоже хорошая игра. Ты сука. Как победить-то тебя? Видно, не судьба. Форт Венти, ты тоже из Краснодарского края. Серьезно? Фигурная скука. Да, 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 да. Да, Олег. Да я не смогу его выиграть, да? Слишком жесткий чувак, а? Сука.
Пэлли. Не, я не смогу выиграть его, слишком мало времени, а. Я проживаю в городе Горячий Ключ. Не знаю, слышал ли ты о таком? Конечно, слышал, а. Блин, не смог, а. Да потому что спасибо по времени не успела. Так, если я другой возьму отряд, а? Так. Этот отряд возьмем. Отряд активирован. Слышал, слышал. Так. Тут нужно прокачать персонажа, это они у меня слабые. Хоть немного повысить уровень, это несерьезно как-то. Ой, нельзя, нельзя, да? Так, с 4 уровень сразу, заебока. Тик. Использовать. 7 уровень, ну да неплохо, неплохо. Форт Венти, Дима, стой. Что такое? Форт Венти, качай только Кого? Качай только... А почему только их качать? Подожди, а почему только их качать? Качать только Кицин и Ноэль. А почему их надо качать? Никбот, вы самые лучшие подписчики, спасибо вам за поддержку. А почему их? Что с ними не так? Мне так нужно Асуну прокачать тоже, а то она у меня слабая. Так, нужно максимальный уровень туда уже едать, а? А. О, да. Форт Венти, потому что остальные герои, они начальные для ознакомления. В будущем твоем развитии в игре они очень слабые будут. А даже Асуна будет слабая. Не оскорбляйте друг друга, будьте культурнее. Это печально, а? Как же она? Фу, Тао, разве она не будет сильна? Она как высоко у нее звезд, а? Сайнара. 9 уровень. Форт Венти, у тебя есть имбовый персонаж Хутао с цветами на шляпе. Ну да, 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 вот она. Форт Венти, вот ее качай. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Ай, блин. Форт Венти, я ее просто не заметил. Понял, понял тебя. Юзен, а сам планируешь в Genshin Impact играть? Никбот, не говорим о политике. Я вообще поеба. Артефакты. Новое перо. Увеличивает запас лечения, да? Увеличивает макс хп. В принципе, это неплохо. Надеть. Ничего страшного. Что нельзя типа одеть такое? Килзан Гейма, даже не знаю, подумаю, Димон. А почему не знаешь? Форт Венти, ставь себе в отряд из 4 минус. Ха персонажей. Хутао, Наэль, Кицин и Лизу. Хутао. Наэль. Да, мне нравится Асуна, я хочу за нее играть, а. Она классная. Сила атаки. Так, а что не показывает? А, это максималка, когда прокачаешь, а? Понятно, понятно. Ведь главная героиня игры — это Асуна. Так что она у меня всегда будет, а? Так, тебе нужно что-нибудь поставить такое, да? Тут никто это не использует, в принципе, а? Целитель надеть. Форт Венти, вместо Лизы значит Асуна, а остальных бери другие. Они просто здорово тебе помогут. Вместо Лизы. Так. Лизы. Сейчас попробуем этого босса победить, а?
Так, у него что есть? Сука. Да. Броня у него, зараза. Это не боже. Простое обычное испытание, в конце которого дадут просто сундук обычный. Понял, спасибо, спасибо. Я не спал, не успеваю, а. Ох, получилось, а. Испытание права? Чего? Я же победил его. Как это провалил испытание? Я чуть не понял, а. Как испытание? Я же победил его. Это как вообще понимать? Вот странная хреня. Форт Венти? Ахахахаха, почему провалено? Странная фигня получается, а? Шкей, юшку у главного героя зажимать можно и нужно. А, кого нужно зажимать? Кого? А, спасибо. Так. Сучка. А, спасибо. А, вот как оно делается, а. Теперь смог, а. Ага. А, нужно еще чего? Вы серьезно? Да вы серьезно, не успеваю. А, тут нужно по... Вот это прогресс. Тут прокачиваться нужно. Все, я понял, ладно. Тогда пока идем отсюда, а. Не успеваю я. Собака. Форт Венти минус. Знак больше. Бип. Квадратная скобка. Так. Так скобка. Сделаем тогда вот так вот, а. Она, конечно, прикольная. Знак больше. Я, наверное, его поменяю, а. Отряд. Так. Его сменим. А на кого мы сменим его, а? Его мы сменим, наверное, скорее всего, на нее, а. В принципе, да? Да. Вот так у нас будет. А не. А. Она у нас будет такая, пускай будет, да, все. Отряд готов. Это второй, у нас первый отряд. Чисто девушки, все такое, а. Хотя, подожди, у нас кто тут есть? Она у нас есть здесь, она у нас здесь есть. Что-то ее поменяем, а. Ладно, я пошел, Димон уже чилить. Давай, Серега, покедова. Форт Венти, вместо Кэй взять надо Кэцин, а вместо Лизы Наэль. Наэль. Так, Эмбер. А, Эмбер, как Эмбер, она плохая, что ли? Кицин. Так, Лиза. Лиза. Наэль. Лиза. Ну, пускай у нас пока побудут новенькие персонажи, а. А зачем тогда я их получал, если играть не за них, типа, ну, смысла не имеет, как говорите, а. Спрингвей. Так, давай. Что это такое? Точка телепортации, заебок, а, захибок, еще точка, ну да, ой, классно. Так, камень истока. Форт Венти, у персонажа Наэль, если нажать на букву Е, у нее создаться щит, через который тебя некоторое время не смогут дамажить. Это я знаю. Я уже это делал. Уже так использовал. Уже использовал данную фигнюшку, правда, меня все равно отжахали, там какой-то босс был, который замораживал, а.
Я победить его не смог, и меня все равно отпинали. Так, стоять. Вот похавать нужно. Так, стоять. Сюда надо, да? Найти место, описанное в подсказке. Блин! Не тонем, не тонем, не тонем. Место на подсказке, место. Я могу под воду нырнуть? Так, я могу быстро плыть, а? Но вот под воду не, я, походу, не могу, а? Подожди, а где это место, а? Это разве не оно? А куда это нужно? Стоять. Ну и так-то с этим местом. Босса, который замораживает, надо бить огненным персонажем. Если огненный босс, бить надо водным персонажем. Ну, в принципе, логично, да, соглашусь. Форт Вентик, Кицин как раз водный персонаж. Кицин водный? Понял. Понял, спасибо за инфу. Никбот, спасибо вам за лайк и подписку на мой канал. Давай, 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 давай. Фу, сейчас отдохнем, а? Так, это получается... какой персонаж? Получается, Асуна у нас персонаж ветра. Стихия у нее ветер. А Лиза, ну, у нас маг. Подожди, стоять. Куда надо идти-то, не пойму, а? Сюда, что ли? Походу сюда. Вот оно. Форт Вентик, я бы очень хотел помочь, но у меня колонки стоят. Возможно, будет эхо, боюсь, буду мешать фигурные спорты. Так. Как можно Асуну сделать сильнее, чтобы у нее был еще выше уровень? Это типа невозможно, а? Найти место, описанное в подсказке. Да я нашел уже его, а? Так, Лиза. Лиза электрический, Асуна воздух, на эль физический урон. Эй, Лиза. А, понял, спасибо. Так, какая-то она слабенькая у нас, а? Хотя нет, нормально, нормально, хорошо так. Погасим, погасим. Асуна, это круто. Да сколько же у вас, а? Все, и все. Блин, Глэйл, так что надо делать-то? Форт Вентик, чтобы поменять Асуне стихию, тебе нужно идти в неоткрытые места и открывать там статуи других архонтов. Они на карте там отмечены. Понял, понял. Бля, что делать? Что делаем? Подожди, что надо делать-то? Я нашел это место. Блин, так-то! Ах ты! Чуть не упала. Так. Найти место, описано в подсказке. Да я как бы нашел его. А, вот что она умеет. Прикольно. Так, я же нашел это место. А что не так-то? Что не так? Что такое? Блин, плечо побаливает, зараза. Так, стоять. Но я нашел эту статую. А что с ними не так-то? Типа надо что-то сделать? Все, понял. Походу нужно этого использовать, а? Как там его? Сейчас. Походу нужно использовать чувака этого. Так, вместо тебя возьму его сменить. Походу нужно его использовать. Ну да. Да-дам! А пришлось.
надо ее прожимать. Нам пришлось хорошенько постараться, чтобы отгадать все загадки. Не хочу никого обидеть, но эта карта выглядит ужасно, словно ее пират нарисовал. Значит, мы? Кайя ждет наш доклад. Пойдем за сокровищами. Ну ладно. Ну можно, я же делаю... Ну, можно же не делать этот доклад. Поспешим, я не хочу, чтобы кто-то нашел сокровища раньше нас. Например, те самые похитители сокровища, которых рассказывал Кайя. В любом случае, мне нужен тот меч, чтобы... Нет, Паймон, только посмотреть. Мы только хотим его увидеть. Мы хотим стать самыми могущественными и сильными, и ничего потом не делать. Хорошо, поболтаем позже, когда заберем нашу прелесть. Охота за сокровищами Аркадии продолжается. Так, ага. Окей, погнали. Чувствую, нам далековато нужно идти, да? Так, а тут телефон где-нибудь поблизости есть, а? О, заебок, а. Не, это не... Это что, это к миссии к этой, да? Думаю, можно телепортнуться. Заебок, а. А как вообще посмотреть, сколько, в общем, я прошел уже процентов игры? Я сейчас сколько... Она получается, как почитаю, бесконечная, да? Ой, совсем жизни мало. Блин. Так, стоять. Покушать надо, а. Нитбот, вы самые лучшие подписчики, спасибо вам так, за поддержку. Вы почти пришли, в принципе, да? Так, нужно прям вниз спускаться. Охерительно. Летим! Блин, зараза! А да, чувак? Ты, зараза. Весело. Вот способность только появилась. Долина ветров. Побережье Сокола. Так, мы почти пришли, считай, да? Ах ты, стоять! Есть. Нитбот, не оскорбляйте друг друга, будьте культурнее. Пойди. А вот и руины Аркадии. Слишком просто. Я понимаю, если хочешь что-то спрятать, положи это на самое видное место. Дедушка Кайя отлично придумал. Топот. Поймешь, что ты слышала? Это мышь. Вот слушай, послушай. На это нет времени, нас ждут сокровища. Поспешим. А, Форд, ты сам читаешь данные диалоги, а? Или нет? Так, честно, мне вот она нравится, она прикольная. Так, у каждого своя способность, а? Погнали. Сейчас это пройдем, у меня просто через... Ой, блин, зараза. Мне уже пора идти гулять с собаками, так что сейчас я на этом моменте мой сегодняшний стрим завершим. Продолжение следует. Как бы пора уже завершать. Так что огромное всем спасибо. И покедово. Продолжение следует. Но чуть-чуть, ну не сейчас. Мне уже как бы пора идти по делам. То есть говоря, в общем, парочка, так мне пора идти гулять с собаками, а? Так что они ждут, игры подождут. Всем спасибо, всем пока. А, подземелье. Ну я еще приду к нему, в принципе, а? Так что да, покидаю, потому что ну надо. Форт Венти? А когда? Форт Венти? Продолжение. Испытание провалено. Я потом выполню его, а? А продолжение будет на следующей неделе, а? Потому что у меня есть другие игры, которые я хочу пройти. И они как бы, ну, поважнее, чем Геншин. Не от того, что Геншин говно и все такое. Нет, просто как бы я хочу. И они как бы. Они чисто сюжетные, а Геншин не чисто сюжетная. Спасибо вам за лайк и подписку на мой канал. Самое главное отличие, то что Геншин очень длинная игра. И чисто на нее делать упор, это неправильно. В любом случае, всем спасибо. До новых встреч. Поиграем, поиграем. На следующей неделе поиграем. Или на выходных. В воскресенье, может, сыграем, а? Так, достижение.
Заебок. Форт Венти? Ладно, спасибо тебе за проведенное в хорошей атмосфере время. Всегда пожалуйста, Олег. Рад знакомству. Приходи по возможности на другие игрушки. Всем еще раз спасибо, всем пока. Genshin Impact. Продолжение следует. Не знаю, многие на моем месте почему-то данную игру забросили, а? Многих, кого я видел, они пару раз поиграли и все. Дело супер, а твой? Но я буду раз в неделю ее стримить. Давай хорошо фигурная скобка. Спасибо. Спасибо и покедова. Как говорится, сыграем с тобой в копии. Олег, сыграем, когда я получу 16-го... Она о чем долгая просто. Когда я сыграю, получу 16-го уровня ранг, сыграем с тобой вместе и попиздим по Дискорду. Окей? Ты главное, кинь мне заявку в друзья в Дискорде. Там у меня в Дискорде я записан... Сейчас тебе скину, как я в Дискорде записан, и завершу стримчанский, а? Погодь. Сейчас я в Дискорде скопирую и скину тебе, как я записан. Чтоб потом мы с тобой сыграли, а? Форт Венти, да все, удачи. Так, все, я скопировал. Так. Форт Венти,